сейчас слышно. К сожалению. Так а зачем? Слышно, к сожалению. Варов много, наверное, чаржей много. Пошел за конечный настав. Говорю, в среду плюс ноль сделали. Не помню. Вроде... Да. Да блин, Хризни, ты дуркай или нет? Он всего два осколка упал. Дайте Инр. Капец. Упал. Инр, дайте паладину. Какому паладину? А к любому, на кого бог пошлёт. Нормально. На танку протопал. Отведите мобов друг от друга. На танком паладином просите. Не знаю, кто такой бакфут, кто не знает, кто это. Дали куну, дайте Инра. Задали куну. Чем тебе Инра? Возьми святая клятва и все. Ну вы командира за 3 километра увели, так увели. Нормально. Святая клятва восстанавливает 25% маны. Каждые 3 секунды восстанавливает по порту. Да нифига она не восстанавливает. Дай, Пати, я тебе 10 плюсов поставил уже. А ты... Кем был в рейде? Я же написал на другого бога. Для этого сел. Ты на одном из мелов старую взорвался. Пятая пати фул хилы или нет? По хилботу трое только. Шаман, Пал и Друид. Ну и жилы. Порядка 4 гривен. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Меткам играем.
Хризи, иди вторую пачку. Не забываем снимать. Столик берем. Бафы, я думаю, уже все разобрались. ДК начинай. Нет. Каску нет. Помогу. Каски нет. Пусть каски бафы. Ну или четвертая мать. Да, полипалка. Кулаки раздал. А кресты. Можно без крестов. Я уже кресты раздал. Значит, вары на опять. Просто хочу бафы. Кнопочки потыкать, побить. Помолчать в РК. И говорю, помолчать в РК еще. Варстар, сколько у тебя ГС в танке? 5, да? Ну тогда лучше, наверное, этот будет. Родич. Давай, Родич в танк. Третья копия твоя, Виталикун, первая копия, Хризи на боссе. У кого спек хила есть, друиды? С хилой еще под спеку, какие? Дамага что-то маловато. Нормально. Лапа, ты и так в хиле должна идти, я так полагаю. Пятой пати находишься. Так, у кого еще есть хилы? Если мы будем падать, я буду спекать всех хилов. Значит, четвертая пати, паладин, кто у тебя второй спек? Хилы есть? Механическая. Хэпал, говоришь, да? Спекай себе в хэпала. Много хэпалов — залог успешного болтара. Похилишь танка здесь. Про товары на него частицу дашь, похилишь. Так. Рисай ману.
Дайте ауру на броню поставлю. Паладина. Ставь. Не могу я поставить. Ну, значит, не ставь. Ты что дал? Там сустрятинка написал. Че сустрятинка написал? Ну то, что у нас про товар, который идет как ДД. И дамажит 1к на 8. Нормально, с гильдии, да? Нет, конечно. Ладно, хорошо, мне это нравится. Хризи, начинай. Кто танки? Хризи. Виталий Кун и какой-то Родич. Блядь, где он? Кого вижу? Балтар не оставляет живых. Пресница пустила. Хватает героев и без тебя. Смотрим код. Не види пока. Пока он не кастует, не види. Оставляет живых. Да как так-то, блин? Хватайте кто-нибудь. Может, рост? Нет. Гасить. Сядь, мана закончилась. Один такой вывод, резайте. Долго не продержалась. Хилы так сильно. Здесь произошли страшные события. Давай, вот. Когда двоих танков держишь, это еще нормально. Вот когда переходишь на третьего, это пипец. Не успеваешь даже банки. Останься пока в танке, потанчишь со стороны трэш. Резайтесь по стеночке в комнату, бегите. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарит. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. Запускай. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Гризи. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, отведи нас от прикончить вас. Thank you.
породи, чуть поближе подойди. Все, 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 хватит. Солчата у нас на публика менять будешь? Да. Так, соло свет захилишь. Рубиновое святилище пало. Не знаю, не пробовал еще. Поставьте мамонта, пожалуйста. Тогда сам. Шаману отрез. Кого есть? Значит, шаман с лапой, с друидом будут тьму хилить. А, ну и давайте, чтобы не было тупников, как Вики у нас сейчас было. Я пока не могу прочитать это заклинание. Значит, вы сюда идете не ролить на 3 спека подряд, вы ролите на какой-то один спек. Если вы ничего не пишете, ни РЛ, ни ВРК, никуда не указываете, вы ролите на тот спек, в котором вы сейчас в рейде. Если вы хотите ролить на второй спек, то укажите об этом в РК сейчас. Вот. Кверти. Гомик, блять. Я, говорит, 5 минут. Чек не войд. Чё, чек? Пока что чёрт. Не знаю, кик. Странно, блять, когда я пишу то, что я 5 минут отхожу, ты сразу кикаешь меня. Что за, блять, отношения? Не знаю, о чём ты сейчас. Бо нет, 15 минут или 20. Ну, я об этом. Ну, он сказал 5, 10 минут. А оказывается... Я тебе говорю про себя, когда я тебе говорю то, что я на 5 минут отхожу, я через 2 минуты кикаюсь сразу. Не знаю. Давай не будем прошлое вспоминать, я не хочу об этом сейчас. Как сразу откните? Все, будем 24 бить, короче. Значит, хилы. Да. Я со вторым холипалом хилю свет, выйду к тебе. После второй фазы ты остаешься, не заходишь, Виталий Кун остается. Тихризи танчит тьму. Во тьме Вершамер, друг, кто диспелит, договоритесь. Так, что у нас? Так. Подождите-ка. Вот этот четвертой пати друид ты хил, да? Не помню просто. Да, будь во тьме. Два друида во тьме будут хилить. Бона нарате. Пала возьми. Так, Тирент вот этот. Или он маг, блин. Тирент это какой спектр? Че там, заходить? Слава. Нет. Тирент это какой спектр, блядь? Некогда смотреть. Скажите, кто там. Я захожу на креста. Слава. Хорошо, Тирент, играешь во тьме. Первая, вторая играют свет. Третья, четвертая играют во тьме. По хилам сказал, там, по танкам сказал, чек на пул. Я там на 300. Ты определись с холипалом, который нихера не хилит. Какой он платье пойдет? С каким холипалом? Пускай в Четвертая группа холипал, обратно в ретрика спекайся. Не надо здесь холиона хилить. У нас хилы есть. Возьми Салаван присок с хера. Шкаф по-быстрому. Я это сейчас. Мой шкаф уже термиты кушает давно. Кем я играю? Скажите. Пойдет тьму. Не слышу.
Ну, тьма, походу, третья, четвертая. А не, цвет. Третья, четвертая, тьма, да? Дайте бафы, пожалуйста, да. Друид, тебе во тьме хилит до конца. Да. Слава, подожди, дай маме это тебе. Тучка, опета вызовешь все равно. Все, ПК запускай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Беги! Тебя не слышно, если что. Бейте босса. Найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. А вот про товар он стакает раскол? Не знаю, как у них про товар, скажите. Кстати, раскола пало давно. Варстан. Не видно просто. Да не, я-то их сам поддержу. Варстан, интересно. А у тебя что, ДД спека нет? Я не помню, чтоб просил тебя в танки идти или сесть. Или ты мне про товаром плюсовал? Наверное, про товаром, да? Ладно. Готовимся на выход. Выходим. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Значит, хулипал. Лок, а ты что тут забыл? Лок со второй пати, выйди в свет. Не спел. Небеса в огне. Не помню, что у нас там шаманы, походу, везде есть, да? Да, у меня, я с этим же всего. Свету рост. Вроде что здесь по. Сам этот фок со второй пати. Выйди в свет. В свету вообще. В свету. По тьме лок со второй пати. А вот лодка жизни лодка. Во тьме автоатакой побейте. Все бейте на мой.
Да, не дуркач. Так, вот мне автоатак. Сейчас кумок ушел. Пока. Будет 50, будет тебя бежать. Беги, малышка, беги! Прикольно. Мой господин, этот мир сгинет в огне. Че, еще ряд будет или целка? Не знаю. Целка будет. Так, нам еще. Давайте пойду сейчас готовить кушать, блин. Я позайду.